прямо. Мир закрыт облаками, с левой стороны открытые. Ну, это... Да, это горы. Вот так и называется Мончегорск. Что такое Мончи, не знаю. Ну а Горск, 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 это слово горы. Он показывает уверенную связь, 100%. Ограничение 70. Ограничение 70. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 70. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 70. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 70. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Ну вот и ответ. Почему называется Мончегорск? Мончи река и город.
скорой. Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Мончегорск, 1937 год. Образование. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Смотрит видео, я прошу обратить внимание на пейзаж, на эти горы. Потом я как-нибудь вам напомню об этом, какая будет у вас ассоциация.
сделаю несколько снимков. Извините за остановку. Очень сильный, с ног сбивает, не сбивает, но очень сильный ветер. Для слайд шоу, для слайд фильма сделал несколько фотографий. Тут на каждом километре можно останавливаться и снимать. Сейчас скажу, как Кили-2 себя здесь ведет. Нормально, 75% мощности. Семьдесят пять у мегафона и 75 у Кили-2. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Чаю.
человека, который будет записываться на видеорегистратор, тоже вызывает гневную реакцию модератора YouTube. Использование чужого контента доходит до абсурда. Даже гимн России, который я обычно ставлю в начале движения, в начале маршрута, а то вызывает определенную реакцию, нарушение авторских прав, народное достояние и нарушение авторских прав. Конечно, приходится оспаривать каждый раз эти претензии. Но это факт. Чахлая растительность. Но это, наверное, объясняется тем, что близко скальный грунт, скалы. Местность высокая, поэтому горы открыты. Вчера обнаружил в автомобиле пачку конфет. Потому что на заправке опять забыл.
За бортом 5,5 градусов. Не жарко. Плюс ветер. Вот эта дорога, этот участок уже требует замены полотна верхнего слоя. Разметку сделали, временную желтую полосу, желтую под цветом. Рыбаки на спиннинг ловят, заметил в левом окне. Расход бензина упал до 6 литров на 100 километров. Запас хода увеличился до 78 километров. 780 километров. До предполагаемого места привала. 46. Ремонт этого участка, наверное, на будущий год или через год. Кто это, рыбаки или грибники? На карту смотрю. Водной глади, значит, грибники.
собрал кучу машин. И вот такими порциями они идут. Уже соберет светофор кучу. Впереди опасный поворот. Ограничение 70. Так, показания приборов. 6 литров на 100 километров. 158 километров пройдено. Средняя 47 километров в час. Запас хода 780 километров. Вот светофор. Удачно проскочили. Целая колонна, которая меня обогнала. Вот она. Ну, я подъехал самое вовремя. Мост, по-моему, строят. Я так думаю. Трубы лежат. Разъем от белки, от радар-детектора.
первый светофор проскочили очень удачно. Вообще не стояли. Здесь, я думаю, должна быть своя какая-то тактика. Двигаться в колонне. Колонна собирается у светофора. Включают зеленый. Так что смысл мчаться вперед. Я не знаю, есть, нет. Посмотрим, насколько я прав. Если второй светофор также соберет кучу. Вот идет встречная колонна. Что опять светофор? Что я вижу, желтый участок стал красным. Здесь был затор. Но сейчас, по-моему, теперь будет. Так, сколько будем стоять? Так, 38 минут, 9:38. Ждем зеленый сигнал. Так, выключил двигатель. 163 проехал. 3 часа 29 минут. Ну, это не время движения. Это со времени запуска. Скорость средняя 47 километров в час. Средний расход 5,9. Давай закурим, товарищ, поднимай. Давай закурим, товарищ. Ой. Видно по листве ветер. А если учесть, что температура 5 градусов, сами можете представить, какой дискомфорт.
На втором светофоре у нас такая засада небольшая. Но погода явно осенняя. Некоторые, на некоторых деревцах уже желтая листва начинает появляться. Конец лета. Регистратор выключать не буду. У него аккумулятор показывает полный заряд. Нужно немножко его потренировать. Насколько его хватит, не знаю. Небольшая обочина с левой и с правой стороны дороги. Старая разметка уже приходит в негодность. Но вот они проложили желтую временную разметку. Это, наверное, замеряли объем работ. Колонна. Впереди сопка. В деревьях лес. Вот видите, какие тут деревья невысокие. Разве можно сравнить с теми, которые в центральной части России? Мы в Заполярье. С шорохом проносится. Встречные автомобили. Было 38 минут, когда остановились. Вот движение началось. Газель включил двигатель. Шорох
45 минут. Семь минут стояли. Это нормально, по-божески. Сорок пять, это сколько? С математикой у меня 7 минут, да. За мной уже хвостик тоже скопился. Нехилые. Это какой-то минерал. Честно скажу, не знаю, я применяется, что это такое. Ну, полезное ископаемое. Это газель гудит, что ли, за мной, блин, я думал, мой двигатель. Как трактор. Сколько таких было светофоров вчера? Штук 5, наверное. Или 4.
Дорожные работы в правом ряду. Да ты что? Это девушка Яндекс.Навигатора любезно подсказала. Нужно будет проверить масло на привале. Долить. Дача должна совсем низкая растительность. Thank you.
движение в обратную сторону сильно отличается от вчерашнего обзора, от вчерашнего вида. Как будто по новой дороге едешь. Так, сейчас будет мост через реку. Что места красивые, говорить не буду, это нужно видеть. Путешественники на УАЗике. Чума, как дует. Берегу практически не видно с левой стороны. Ну вот, ребята, путешественники, они, интересно, снимают видео или нет, или фрагментами? Ну, вряд ли. Уже пожухло, желтеет. Ну, заполярье. Лето совсем короткое, наверное. Кофе мой.
еще не остыл. Термокружка. Когда проснулся и заварил кофе, быстро оно нагрелось. Это минут, наверное, за 10. Залил в термокружку. Утром пил кофе, который заварил вчера вечером перед сном. Оно было тепленькое. Вот. И в дорогу сделал новую порцию кофе. 250 миллилитров, по-моему. Вполне нормально. Так, впереди я вижу опять небольшой желтый участок. Думаю, он перерастет в красный. Навигатор показывает, что где-то уже примерно здесь было затруднено движение, желтый цвет, но ничего подобного.